Прострел, удар, 2-0! Эден Бенбасат делает счет 2-0, и это победа окончательная и безоговорочная. 84-я минута. Как так упустил Джонни Эванс? Итай Шехтера. Давайте понаблюдаем за ошибкой одного из центральных защитников сборной Северной Ирландии. Но там провалился не только Джонни Эванс, но и в очередной раз Аарон Хьюз. Вот момент передачи. Противоход голкиперу пробил Эден Бенбасат. И таким образом два футболиста сборной Израиля, Эден Бенбасат и Леор Рафаэлов, забивают по 5 мячей за свою национальную сборную. Но теперь уже вряд ли. Вряд ли израильтяне уступят эту победу.